Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, иже во Иордане, креститеся изволивай, от Иоанна нашего ради спасения Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая своей Матери, святых славных и всех вальных апостол и всех святых, помилует и спасет нас. Крещение Господне празднуют сегодня православные приморцы. Накануне ночью верующие окунулись в крещенскую купель возле спортивного клуба «Касатка ДВ» во Владивостоке. Как оказалось, желающих окунуться в прорубь было много. Напомним, считается, что купание на крещение смывает грехи и закаляет организм. Купель была безопасно оборудована для омовения и заранее освящена батюшкой. В самом здании спортивного клуба работала баня, где также можно было согреться. У проруби дежурили медики и сотрудники МЧС. За минувшую ночь, благодаря бдительности оперативных служб, в местах крещенских купаний происшествий допущено не было.